Отдых ребят в санатории «Вита» очень разнообразен и интересен. Так как смена военно-патриотическая, многие мероприятия посвящены патриотическому воспитанию. На территории «Вита» развернули 15 рубежей и штаб. Командирами взводов назначили кадетов из суворовских и нахимовских училищ. Они и обучали всему гражданских ребят. По легенде, ребята освобождали территорию Республики Виталия. Во время игры участники прошли много испытаний. Полосу препятствий, научились разжигать костер, поучаствовали в исторической викторине, метании дротиков и, конечно, прошли строевой смотр. Я считаю, это замечательно придумали, вот военно-патриотический настрой, то есть что пригласили суворовцев не только со всей страны, так еще и из разных государств. Мы вот общались с армянами, с казахами, с белорусами, общаемся с украинцами, меняемся атрибутами одежды, деньгами, веселились, дружили, общались, они нас словам своими учили. Хорошим там, ну, очень весело было, интересно. В Анапе для ребят проводят разные спортивные соревнования, конкурсы, познавательные лекции и встречи. С каждым годом программа военно-патриотической смены становится более насыщенной. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа регион.